Новогодние старты в плавательном центре «Нептун» вот так здесь провожают 2019 и встречают 2020. По традиции эти соревнования проходят в конце декабря. И сегодня здесь участвует более 350 пловцов. Роман занимается плаванием 6-й год, не раз завоевывал трофеи на соревнованиях муниципального уровня, выступал на областных и всероссийских. Признается, состязания в центре «Нептун» новогодние старты также дают возможность проявить себя. От этих соревнований хочу положительного результата, улучшить свой, победить себя. Программа новогодних стартов была рассчитана на 2 дня. Плыли 100 метров вольным стилем, а также эстафету 4 по 50. Проходили соревнования в корпусе микрорайона Чкаловский. Участие в них приняли ребята, воспитанники центра от 8 до 14 лет. Дистанции сложные, некоторые ребята их плывут первый раз. Очень волнительно, но тем не менее пока показывают хорошие результаты. В чем помогает и поддержка родителей, друзей, близких. В этот раз они активно болели за ребят. Ребенок очень рад, что за него пришли поболеть, что рядом. Поддерживали и радовались за ребят во время самого торжественного момента – награждения. Сегодня 1-е место, да, заняла? Да. Результатом довольна? Какой у тебя результат и как проплыла вообще? У меня результат минута 9:56. Мне кажется, я проплыла хорошо. Награждение прошло по 5 возрастным категориям. Соревновательная деятельность, как отмечают в центре «Нептун», очень важна. На подобных состязаниях у ребят есть возможность и себя проявить, и почерпнуть что-то новое у более опытных пловцов. Тех, кто уже не раз успешно выступал на областных и всероссийских соревнованиях. Это получилось у многих на новогодних стартах. Анна Балет, Александр Ожевский, Щелковское телевидение.